Акробатические трюки, невероятные поддержки и зажигательные танцы на льду. Стартовый день первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров в Красноярске завершен. За три дня соревнований в ледовом дворце «Кристалл-Арена» выступят 90 спортсменов в возрасте от 13 до 21 года из разных городов страны. Все фигуристы – участники двух этапов Кубка России 2020 по программе кандидатов в мастера спорта. На первенство будут разыграны 4 комплекта медалей в каждой дисциплине. Одиночное мужское и женское катание, парное выступление и танцы на льду.